Так, значит, погулял я по монастырю здесь, урочище, Ганина яма. Солнце вышло, сразу так красивее стало, кадры такие замечательные получаются. Ну что, подошел я вот к музею, экспозиционно-выставочный центр. Зайду, посмотрю. Здесь еще выставка какая-то, вот фотографии здесь. О, как классно. Для инвалидов сделан вот лифт, спуск. Двадцатилетию основания царской обители. Выставка здесь посвящена фотографированию. Вот старые фотоаппараты, ничего себе здесь. Лондон написано на нем. О, кодек какой-то старый, что ли. Фотоаппарат старый. Точно, вот кодек на нем уж написан. Так, первый номер. Фотоаппарат Folding Pocket Kodak модель C. Или C, правильно. А это кто у нас? Врангель. Петр Николаевич Врангель. Барон. Вот фотокамера Kodak США, 1907 год, 1914 года. О, король аппаратов Kodak. О, здесь ниша прикольно сделана, на ключике. Фотокамера Kodak West Pocket Autographic США, 1910 года. Футляр такой, маленький чехол. Собирается такая сборная. И в такой чехол помещается. Блин, за 100 лет ничего не изменилось. Как мыльница, да? Так, хоп, в чехол убрал. Блин, ниша прикольная здесь вообще такая. Освещение такое четкое. Другие Романовы. Ну, тут посвящено все вот фотографии. Вот красивая картина. ,895 год. Санкт-Петербург. Ой, ничего себе. Электронные здесь. Здесь телевизор, кинохроника, вот музыка доносится, слышно. Тень фотографа. А, ну вот запечатлен фотограф. Где-нибудь, да видно, вот. Где-нибудь да спалился, да? Вот. Здесь тоже вот электронный. Можно листать. Электронный вариант такой вот.
Вот красиво, с подсветочкой. Да, цесаревича здесь вообще не узнать. Августейшие фотолюбители. Вот цесаревич, кстати. Все его фотографии здесь. Только он один. Фотоаппарат. А, вот кодек. А фотоаппараты царской семьи здесь написано даже. Хорошая экспозиция. Зеркальное селфи. О, в зеркало смотрела, себя фотографировала. Раскрашенные. Красивая экспозиция такая. Так, пойду дальше. Потому что здесь есть что посмотреть. Здесь много залов. О, классно здесь. Блин, крутая такая этот. Картина крутая. Флаг еще царский на заднем фоне. Вообще мне нравятся вот эти вот электронные. Ники и Алекс. Можно вот полистать самому, почитать здесь. Так, пойдем вот сюда. Сербия. Офигеть, оружие ржавое, прям вот, наверное, с полей сражения.
Так, этот зал посвящен Первой мировой войне. Продолжение осмотра. О, Керенский. Что-то мне он вообще не нравится. И морда такая наглая. Но, тем не менее, исторический персонаж. А, ну я так понимаю, здесь экспозиция вот этого Ипатьевского дома, вот этот подвал, наверное, сделали. Ну да. Обои вот как этот, где расстреляли, сделали. Убедительная просьба не садиться на стуле и не производить фото и видеосъемку. А, все, извиняюсь. Царские спутники. А вот здесь написано вот кирпич, балясины и фрагмент обоев из дома Ипатьева. Вот, пожалуйста, кирпич оригинал. Надпись здесь какой-то завод. Густом. Фамилию что-то не могу разобрать. Густом. Босово, что ли. Обои странные такие, как этот. На тряпке, как тряпичный. Екатеринбург под властью белочехов. Так, это я понимаю, так сам Екатеринбург. А вон тот храм, самый высокий, наверное, снесли, который потом восстановили. Следствие при Колчаке. Вот сам Александр Васильевич. А вот следователь. По особо важным делам Соколов. Я читал его книгу «Убийство царской семьи», это, кстати. Карта, схема пути, по которому везли святые останки царской семьи и их слуг на рудник Ганина яма. То есть вот Екатеринбург, Верхесецкий завод, рудник, вот, который сейчас урочище Ганина яма. Так, пойдем дальше. Алапаевские мученики. Следствие на чужбине. Соколов Николай Алексеевич.
Вот этот человек расследовал убийство царской семьи. Но красные наступали. И он уехал во Францию или куда-то дальше. Я вот уверен, он бы просто раскрыл бы это дело. Просто он уже был на подходе здесь вот, именно вот к рудникам. Но вынуждены были отступать. Дом Романовых в изгнании. Вот интересно. Родословное дерево династии Романовых. 1613 год, 1918 года. То есть вот от кого пошла царская семья. И вот завершилось. Интересное все вот родословное дерево. Так, продолжение осмотра. Судьба дома Ипатьева в советский период. В каком году снесли этот дом-то, кстати? Снос дома Ипатьева, фото Шитова В. 16 сентября 1977 год. В 77 году снесли. О, Ельцин. Так, надо запомнить для себя. В 77 снесли. Андреевский флаг. Флаг дома Романовых. Библия. 1922 год. Лондон. Ничего себе. Книжка старенькая. Так. Выход. Выход. А где вход? Ну вот, показан следователь, вот этот расследовал дело и эмигрировал потом куда, в Париж. Вот книга. Расследование убийства российской императорской семьи. Я читал книгу, скорее всего, вот эту вот. Убийство царской семьи. Но это было еще в школе. И там текст был на древнерусском языке, еще помню. Встречались буквы такие старые там. Ну, книга впечатление произвело на меня вообще. Вот, Белый Омск, 1918 год. Колчак Александр Васильевич. План города Екатеринбург. Что тут у нас? Завод и завод. Одни заводы, да? План города Екатеринбурга, 1910 год. Площадь какая-то. Что за площадь? Площадь. Так, площадь у нас. Участок на восток от реки Исети, на юг от Покровского проспекта. Интересные выставки здесь вот, экспозиции. Вот этот зал посвящен
расследованию, вот именно Соколову, вот этому. Вот, кстати, книга, оригинал. «Убийство царской семьи» 1925 года. Германия, Берлин. Мерседес. Ничего себе, Мерседес. Печатная машинка Мерседес. 1920 год. Германия. Очень старая. 100 лет машинки этой печатной. Так, следующий зал. Так, а здесь что у нас? Старая книга великих реформ. Эпоха великих реформ. 1907 год. Санкт-Петербург. Ну, этот зал такой самый маленький. Экспозиции здесь. Александр II здесь вот. Так, уже выход здесь. Фортепиано фирмы Якова Беккера, поставщика двора Его Величества, Россия, 1905-1910 года. Интересное фортепиано. Ну все, уже вот выход, вот откуда я зашел. Царская семья, вот можно почитать, здесь все электронное, вот Николай II. Интересно. Про каждого члена семьи здесь все описано, расписано. А вот крушение поезда-то. Чрезвычайная ситуация, где Николай III. Ой, Николай III, Александр III, отец Николая II. Поднимал там что-то тяжелое, что повредил здоровье. Российская империя, русско-японская война и революция 1905-1907 года. Вот такая вот экскурсия. Можно было все быстрее это пройти и снять, но я останавливался на каждой витрине, на каждой композиции. Российские ордена императорской семьи. Очень интересно здесь. Вот корабли. Штандарт. Макет императорской яхты «Штандарт», на которой совершала поездки царская семья с 1896 по 1914 года из частной коллекции Щеровского СЮ. По обретению и другим вопросам обращаться указаны телефоны. Ну все, я завершаю свою видеосъемку. Сейчас еще сделаю для себя фотографии на память и пойду дальше.